вот семейка Орловской Алой. Орловская. Очень редкий окрас. Вот петушок наконец-то встает. Надо было, вот, интересно узнать. Вот эти курочки у нас поедут к Анатолию Бобкину. Вот, вот эти две курочки уедут к нему. И вторые две, которые сверху стоят. Ну вот видно, конечно, что петух уже в рабочем состоянии. Вот курочки еще не начали нестись. Юбилейный против орловских алых.